Агитационный поезд вооруженных сил России вернулся в Москву после посещения 52 городов. И тут же нам писали, что только что он был в Сибири, этот поезд, да, вот там, вот он выглядит, да, этот поезд дураков, вот так. То есть там какую-то технику из Сирии возят, нодовцы вот с такими рожами этот поезд встречают, все кайфуют и все счастливы, да. Более 500 000, пишут, человек посмотрел этот агит-поезд, 571 тысяча в 52 городах приложилось, значит, к этим мощам там и так далее. Ну, то есть маразм полный. И я говорю, только непонятно, только недавно написали, что был в городах Сибири, в частности в Красноярске, а тут он сразу раз и приехал в Москву. Но дело не в этом, дело в том, что просто, знаете, опять аллюзия такая, да, на корабль дураков Босха. Помните картину «Корабль дураков Босха»? Вот так она выглядит. А поезд дураков, наверное, так, так, сейчас, так, вот так, наверное, поезд дураков выглядит, этот поезд в огне, да, то есть это вот надо понимать, ну, Босх, Иероним Босх, и картина его в Лувре висит, да, я ее видел и получил удовольствие, вот, и она... Эта картина что изображает? Ну, собственно, изображает человеческие грехи, изображает корабль, как в виде церкви, да, вернее, церковь в виде корабля, который везет грешников, ну, понятно, куда. То есть, это такой символ, когда человечество движется без руля, без паруса и без всякой цели. И говорит, что это плохо, без руля, без паруса. Но вот мне кажется, гораздо хуже, когда... Это не корабль дураков, а Россия как раз, вот мне кажется, есть вот этот поезд дураков, вот так этот выглядит, вот так, да, понимаете, то есть, когда корабль, он еще куда-то может там заплыть, а поезд, наверное, херачит по рельсам, да, и этот поезд в огне, как помните, Борис Гребенщиков пел, да, поезд дураков, это гораздо хуже, чем корабль дураков. Корабль дураков куда-то может выплыть. Поезд по рельсам придет туда, туда, куда надо. У этого поезда есть цель. Да? У тех, кто запустил по рельсам поезд дураков, у них есть цель. Если корабль дураков плывет бесцельно и куда кривая вывезет, да, то этот поезд идет с четкой очень целью увести всех в ад нафиг. Да? Вячеслав, а у вас есть серьезный компромат на Володина? А что значит серьезный компромат на Володина? То, что Володин преступник, да, вместе с Путиным уничтожает Россию. Это что? Это как? Мне кажется, серьезнее этого компромата быть не может. Да? Какой компромат? Человек столько лет в руководстве России находится, уничтожает Россию.